Привет, дневничок. Сегодня первый день съемок нашего сериала. Я безумно волнуюсь. Вчера весь вечер учила текст, лишь бы не облажаться на площадке. Хоть и знаю текст наизусть, но думаю, без валерьянки не обойдется. Я завела 5 будильников, чтобы не проспать. Но в итоге всю ночь не спала, потому что сильно нервничала и переживала. Так получилось, что в первый съемочный день снимались только Женька и я. Было страшно, потому что если бы мы были все вместе, было бы проще. Потому что все вместе нам никогда ничего не страшно. Черт, я так переживаю. Вот сижу себе, успокаиваю, музыку слушаю, отвлекаюсь. О, Наташка пришла. Она меня сегодня поддерживает.